А что мне еще остается делать? Я всю свою работу сделал. Я теперь хожу и делаю вид, что даю указания. На самом деле, я же нифига в этом не понимаю, я же не режиссер. Мы драматические артисты в основном. А тут такой материал интересный, музыкальный, что ну, непростой иногда. Поэтому, конечно, думаешь о песне, думаешь о нотах, а при этом нужно и сыграть, и психологизм, и драматизм, и все вместе. И поэтому очень интересно, конечно, и очень сложно. Все завидуют принцессам. Это глупо и смешно, что принцессам интересно. Делать им запрещено собирать грибы и щавель, у реки встречать рассвет. Все принцессам запрещает королевский этикет. Вон там народ в соседней комнате учится петь мучительно. Даже те, кто не умеет, у нас в театре научаются петь. Без денег жить никак нельзя. Если деньги есть, то есть и девушки. Если деньги есть, то... Первая какая? Так звенят в кармане денежки. А без денег жить никак нельзя. Если деньги есть, то есть и девушки. Если деньги есть, то есть друзья. Если Если деньги есть, то есть друзья. Декорации готовы, основные сцены отрепетированы. Последнюю сцену, которой не было даже в тексте пьесы, мы буквально на репетиции родили минут за 30 вот с третьего дня. Это very fun. Речевые сцены – это не просто ритмический переход от песни к песне. Это серьезные драматические куски. И актеры существуют по... Не актеры, а персонажи существуют по законам серьезного драматического театра. Это очень сложно для этого жанра. Да, то есть мюзикл, он диктует немножко другие правила. Мы вот на такую штуку замахнулись, и это для нас очень высокая планка. Я очень надеюсь, что зрители это оценят вне зависимости от возраста. Меня зовут Варя Висбор. Я няня. Отношение к Висбору имеешь какое-то? Да. Какое? Внучка. На самом деле очень большой разброс прекрасных песен. У короля совершенно волшебная песня. На репетиции вот мы ее вчера послушали, Борька спел. Очень много классных песен, вообще хитов, на мой взгляд. И они так сыграны, вот, даже уже в процессе репетиции. Да, у меня песня, она называется «Пропала принцесса». Вот. И технически она очень сложная. Я не знаю, как она слушается, но технически очень сложно. Там даже негде взять практически дыхание. Нужно пианино? Нет, можно так. Ну ладно, пропала бы дочка капрала, майора, полковника, ну генерала, а то королевская дочка пропала, боюсь избежать не удастся скандала, ведь это скандал в благородном семействе, различные сплетни пойдут в королевстве, так что вы, болваны, стоите на месте. И там забойный очень припевчик, но его я не буду выдавать, можно? У меня с этим театром всегда так. Здесь всегда получается то, что задумывается. И вот я сижу, пишу, я вижу какой-то спектакль уже. Пишу пьесу, вижу спектакль. Общаемся с режиссером, она видит какой-то спектакль. И потом делается спектакль, и получается именно тот спектакль, который мы видели. Так звенят в кармане деньги.